Все очень просто. Каждые две недели пара хромисов-красавцев откладывает в общем аквариуме икру. Через два дня достаем коряшку с икрой и перекладываем в отсадник. Включаем два фильтра. Один общий для очистки воды отсадника. Второй направляем на камень с икрой. Температуру выставляем около плюс 28 градусов. С коряшки необходимо убирать мертвую икру, чтобы не было заражения. Работа трудоемкая. Через два дня появляется малек. Малек растет очень быстро. Корм – желток. И так каждые две недели.